Ринотайз від Доктор Тайз. Швидкий спрей при закладеності носа. Якщо нежить докучає, Ринотайз допомагає. Всем привет, котики! Слава Украине! Слава ВСУ и слава ПВО! Спасибо вам большое, ребят! Вы крутые, и мы каждый день чувствуем вашу поддержку, и нам с вами спокойно. Ну а совсем скоро русских оккупантов отлетит уже 90 тысяч. Ждем круглую дату. Соответственно, у Роспропаганды сорвало гайки окончательно. Это же похоже на агонию. Я сказал забанить дуру Елену 33. Почему до сих пор не забанили? Редакторы будут сегодня работать? Или дурить будут? Вот всех кретинов, Павла Лукина и всех прочих, нахрен! С елки и быстро! Спят они, понимаешь, у меня. Понимает Колобок, что его ждет после неминуемого поражения его рейха. Может, от бабушки Путина он и уйдет, но от ГУР и СБУ ни в коем случае. Из-за тотальной нехватки нового фарша на фронте туда решили отправиться Хрюша и Степашка. Я возьму Хрюшу и Степашку и поеду туда, на фронт. Я обращусь к украинцам. У меня же тоже есть украинская кровь. Я им тоже сказки читала. И думаю, вдруг меня услышат. А что бы вы сказали там солдатам? А просто мне кажется, что вот когда зазвучала бы эта музыка из передачи «Спокойной ночи, малыши», и они услышали бы мой голос, я бы сказала: «Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики! Остановитесь! Что вы делаете? Вы же хорошие!» И что бы вы сказали там солдатам? Фу! Блять, вот какая мерзкая искренняя жаба. А Ангелине, знаете, что могу сказать? Возьми на фронт вместо Степашки Филю. И тогда с Хрюшей и Филей ты сможешь разыграть сценку про свина-собак. Смотрим, узнаем себя. Солдаты в окопах будут рады вместо снарядов и теплых носков увидеть полуумную бабку со свиньей на руке. Еще недавно такое можно было прочитать только в книгах о Второй мировой войне или увидеть в фильмах Тарантино. Но сейчас два российских журналиста в прямом эфире со смехом рассказывают, как прикольно снимать стресс, пытая украинских военнопленных. Подозреваю, что после замечательных обменов азовцев вообще количество взятых в плен, наверное, сильно уменьшилось, а людей, не говорящих по-русски, в плен вообще больше не берут. Да, у меня воюющие товарищи говорят: вы что, говорит, создавайте свои зинданы, создавайте свой обменный фонд. Во-первых, вам будет на кого выменить своих пленных, а во-вторых, всегда можно будет спуститься в эту яму и по пьяни побеседовать с пленными. Снять стресс. Это был фирменный Дмитрий Стешин со своим рецептом, как выиграть. Переговоры, говорите? Хуеговоры. У нас нет выбора. Мы должны победить эту страну маньяков. Они готовятся взять наш Крым. Ну, а мы делаем единственное, что можем делать в этой ситуации, мы бомбим. Мы бомбим каждый день. Бомбим инфраструктуру совершенно. Наплевать, что подумают там. И люди, которые боятся какой-то Гааги. Послушайте, надо бояться проиграть, надо бояться опозориться и надо бояться предать своих людей. Я хочу сказать, что если мы умудримся проиграть... Гаага, условная или конкретная, ждет даже дворника, который брусчатку внутри за кремлевской стеной подметает. О, как заговорили! Ой, с икотной им! Реально, для всего этого биомусора единственный способ спастись и уйти от ответственности – уничтожить землю. Иначе их под любым камнем найдут и за хвост вытащат. Но вот обратите внимание на важный момент. Теперь они... продвигают нарратив о коллективной ответственности. Не допускаем и даже вслух не произносим, но вдруг
предположим, что-то произойдет, и наша страна не сможет одержать победу. Но тогда надо исходить из того, что претензии будут предъявлены каждому без исключения, без относительно на территории Российской Федерации он находится или за пределами Российской Федерации. Просто те, кто за пределами, наверное, будут немедленно арестованы. Пособник ли он путинского режима или мимо проходил, неважно, виноватыми будем все. То есть каждый россиянин будет отвечать за эту войну и за военные преступления. Я всегда об этом говорила. Но теперь вам ваши скоморохи официально об этом заявили. Вы все преступники. И все будете отвечать. Кто свободой, кто копейкой. А пока вся Европа и Украина замерзает в России. Это очень смешно. Вот смотрите сами. Учеников Кокшинской школы Советского района с сегодняшнего дня отправили на дистант. Причина тому – низкие температуры в классных комнатах. Лед на окнах. Температура в кабинете 8 градусов тепла. И это при включенных обогревателях. Окна запотели, на подоконниках налить, появляется плесень. Учителя говорят, что проблемы с отоплением начались несколько лет назад, когда в сельской котельной провели ремонт, а в здании школы заменили батареи. Стало заметно холоднее. После ремонта котельной и замены батареи стало намного холоднее. Вот она, Россиюшка во всей красе. Ну, просто эталонная новость. Сука. Куда вы лезете со своим русским миром? Что вы вообще можете принести с собой, кроме своего бесконечного, бессмысленного ебанариума? 8 градусов в школе. Символично, что в советском районе. Понимая неотвратимость своего поражения, русские начали пугать мир и успокаивать своих ватанов тем, что у них есть некое супероружие, которое, если нужно, изменит ход войны. Всякие там цирконы, посейдоны. А солдатам? Солдатам они вообще обещают отращивать новые ноги и руки. Реально, я не шучу. Короче, рашисты ведут себя точно так же, как и фашисты в конце Второй мировой. Надеются на вундервафлю. Мол, еще чуточку, и их ученые изобретут звезду смерти, которая возьмет, ух, и уничтожит всех врагов России, даже внутри России. По центру принятия решений на Вашингтон! А если серьезно... Но что может изобрести технологичного страна, которая придумала балалайку? Ну, как придумала? Украла у китайцев. Как и почти все значимые так называемые открытия и достижения российской науки. Все слизано и спизжено. Несусветный гений. Светило на болотах. Человек, который висит в каждом школьном кабинете. Лама, сука, Носов. Основоположник российской науки. Миф первый утверждает, что Ломоносов открыл закон сохранения массы. Основывается это на том, что Ломоносов просто в одном письме своему товарищу написал фразу: «Если в одном месте что-то прибудет, в другом убудет». Поэтому совковые историки уверены, что это и есть открытие закона сохранения массы. Но случайная фраза – это не научная работа. Таких открытий вечерком под гастрономом мужики делают тысячи за секунду. И еще успевают подраться. На самом деле, впервые закон сохранения массы четко сформулировал и подтвердил опытами Лавуазье. Также пишут, что Ломоносов разработал молекулярно-кинетическую теорию газов. Х, звездочка, Y там. Ломоносов не мог ее разработать, поскольку очень слабо знал математику. Все его математические и химические умозаключения считали фантазиями. И, конечно, Ломоносову приписывают создание основополагающих работ по горному делу. А эти работы – просто конспект лекций, записанных Ломоносовым во время учебы в Германии. Блин, вот так же и советская попса работала. Просто спел и сказал, что это мое. Потому что, да кто там в Рязани слышал этого Боба Дилана? Ну и на сладенькое.
Ломоносов якобы изобрел мозаику. На самом деле ее привез граф Третьяков из Италии. Ломоносов тут же решил освоить производство мозаики в России. Императрица выделила ему для этого землю, деньги и кучу крепостных. Но Ломоносов умудрился провалить проект. Он даже не смог изобрести то, что уже было изобретено 3000 лет назад. Российскую науку основал плагиатор. Так она дальше и развивалась. Миф номер два. Радио изобрел Попов. 2 июля 1897 года Маркони стал первым человеком, получившим патент на радио. А Попов в этом же году, но лишь спустя 3 месяца, сообщил, что только ведет работы. О патенте даже речи не шло. Но Попов до конца жизни уверял, что именно он придумал радио раньше. Просто делал все в секрете, и никто об этом не знал. Послушайте, господин Цукерберг, вообще-то я изобрела Facebook. Просто я это засекретила и никому об этом не говорила. Миф номер 3. Циолковский – наше космическое все. Но на самом деле космическое. Реально комедия с этим Циолковским. Еще до революции 17 года Циолковский был разоблачен научным сообществом как лжеученый и псевдоизобретатель. Но в 21 году Ленин совершенно случайно подписал постановление о присуждении Циолковскому персональной пенсии. И понеслась. Придворные историки решили, раз Ленин наградил, значит, нужно из городского сумасшедшего сделать величайшего ракетостроителя всех времен и народов. Так что Ленин, ребята, придумал не Украину, а Циолковского. Ракеты, которые якобы придумал Циолковский, уже в 18 веке существовали в проектах. А впервые патент на многоступенчатые ракеты получил Роберт Годдард в Америке в 14 году. Ну а в 1923 году немецкий профессор Оберт предложил двухступенчатую ракету для полета в космос. И только спустя 4 года свое фундаментальное открытие сделал Циолковский. На самом деле этот космический гений предложил одновременно запустить 512 разных ракет, которыми управляют 512 пилотов. Когда топливо израсходуется наполовину, ракеты как-то встречаются в воздухе попарно, и половина ракет переливает остаток топлива в другие. Пустые ракеты с пилотами падают, остальные летят, пока опять не выработают полбака. В итоге в космос долетает одна из 512 ракет и один пилот. Тема. Поговаривают, советы, в принципе, так и запускали человека в космос. Вы же знаете, что Гагарин был не первый, просто первый, кто выжил. Советская ядерная бомба. Полностью украденная технология. В 1942-1949 годах физик Клаус Фукс, работавший в США над созданием атомной бомбы, передал СССР секретные материалы по Манхэттенскому проекту. В 1950 году его раскрыли и осудили на 14 лет. Собранные разведкой данные позволили СССР испытать первую атомную бомбу в 1949 году. Да, если бы не этот Фукс, сейчас бы с Раисией совсем-то по-другому все разговаривали. А теперь весь мир в ахере смотрит на дикарей с гранатой. Автомат Калашникова. Никакой не Калашникова. Автомат Шмайсера. В 1946 году в СССР вывезли оборудование и документацию с немецкого оружейного завода фирмы «Хеннель». Все, что касалось производства немецкой штурмовой винтовки STG-44, вывезли в Союз и немецких специалистов во главе с Хуго Шмайсером. И, о чудо, через пару лет в СССР изобрели автомат какого-то там Калашникова. Какое удачное совпадение.
Ребят, я сейчас сделала паузу для того, чтобы вы подписались на наш канал и стали нашим патроном. Все видео, которые мы создаем на этом канале, мы создаем благодаря вам. Проект не финансируется никем, кроме зрителей. И это очень круто. Становитесь нашим патроном. Патреон Янина Соколова. Спасибо. Продолжаем. И на закусочку. Водку изобрели не русские. Это не исконно русский напиток. Они даже водку спиздили. И продолжают пиздить ее из ларьков. В Польше в 1405 и 1437 годах уже использовали слово «водко». Ну, водка в судебных актах Сандомирского воеводства. В 1534 году слово «водки» означает дистиллированные лекарственные продукты, ну, то есть спиртные. Вопреки легенде, Менделеев не участвовал в создании или усовершенствовании водки. Так что, товарищи московиты, продолжайте пить свой национальный напиток – боярышник. И закусывайте репой. А водочкой и борщиком мы отметим победу над вами, с нашими друзьями – поляками. И в конце, по традиции, дискуссионный видеовопрос. Мобилизация? Серьезно, это мне? Вы не ошиблись? Ну что ж, я готова. Какую повестку хочу получить даже я? Я буду генералом любовного фронта. Что это такое? И как это могло сниматься в масках шоу? Ответы пишите в комментариях. И если вы хотите, чтобы в каждой российской квартире замироточили ковры с оленями, подписывайтесь на мой канал. Ребят, не забывайте становиться нашими патронами. Патреон Янина Соколова – это ваша возможность помогать нам создавать все наши проекты. Как на канале «Вечер», так и на моем личном канале Янина Соколова. Все интервью, все наши фильмы и программы – все это благодаря вам, зрителям. Напомню, что проект «Вечер», как и львиная доля нашей деятельности, не монетизируется. Ну, просто банят русские, либо сам YouTube за так называемый хейт или какую-то другую херню. При этом русская пропаганда активно работает. Мы хотим, чтобы вы знали правду. И даже в самое сложное время, во время войны, мы будем работать исключительно для вас. Поэтому, пожалуйста, помогайте. С вами была Янина Соколова. Слава ВСУ, слава Украине и до встречи на следующей неделе. Пока, котики.